сочетание культурных традиций и поддержка национального искусства. Самарские армяне отметили большой праздник семьи Нейри. Это концерт, которому дети разучивают народные танцы, учат песни и показывают свои лучшие выступления. Айк Макарчан – один из первых танцоров коллектива Нейри. В этом году пришел вместе с детьми посмотреть на выступление дочери, которая тоже занимается национальными танцами. Для меня Нейри – семья. Для меня это семья. И правда, семья, потому что мы с самого начала были вместе. Что только не прошли. И огонь, и воду. Кочари танцевали, шалахо танцевали, сами танцы ставили. У нас бывал период, когда преподавателей не было. Сами ставили танцы. И трудные времена были, и хорошие времена были. Но мы все были сплоченные, мы были все вместе. Как бы нас, не знаю, объединяло то, что мы как... друг другу всегда помогали, старались помочь. В этом году для гостей праздника выступили самарские хореографические ансамбли «Нейри и Нур», сызранский хореографический коллектив «Аракс», ансамбль «Нор Шунч» из Тольятти и мастерская музыки «Октавиани». Ангелина Азизян, одна из выступающих в ансамбле «Нор Шунч», поделилась историей происхождения названия коллектива. Есть у нас в Армении территория, которая и называется как раз Аргишты. А наше новое поколение мы назвали «Нор Шунч», то есть «Новое дыхание», потому что наш первый коллектив, как бы состав чуть-чуть стал меньше, пришли новые дети, и нам захотелось добавить им какое-то новое название, чтобы они ощутили эту атмосферу, поэтому мы их назвали так «Нор Шунч», «Новое дыхание». Праздник Нейри приурочен году семьи, которым объявлен 2024 год в России. Одна из основных традиций в семье – это уважение и забота. Поэтому такие праздники помогают укрепить не только взаимоотношения членов семьи, но и всего общества. Есть хорошая пословица, говорит, хотите распознавать, узнавать народ, посмотрите в душу народа, это искусство. То есть с искусством мы воспитываем этнических армян самарских, как в духе армянства, скажем так. Чтобы они живут далеко от исторической родины, скажем так, не забывали свои корни. А самое ценное в нашей многонациональной стране, в России, это как раз и национальная культура, которую надо беречь, сохранять и передать потомкам. Также для гостей концерта был организован стол с традиционной армянской кухней. Августина Охременко, Валерий Майоров, «События».